Проект «Marketplace» в нашем городе проходит во второй раз. В прошлом году в нем приняло участие более 1600 нижегородских предпринимателей. 300 из них бесплатно получили готовые к работе интернет-магазины. Онлайн-платформы – это востребованные площадки на сегодняшний день для розничной торговли. Только за прошлый год покупки на маркетплейсах выросли на 60%. И для нас очень важно, чтобы наши предприниматели развивались в данном сегменте и получали актуальные меры поддержки. В этом году обучение для предпринимателей пройдет онлайн. Это даст возможность участвовать бизнесменам из самых отдаленных уголков Нижегородской области. На обучении участники разберут правовые аспекты ведения деятельности на маркетплейсах, формирование карточки товара, работа со складами и документооборотом, продвижение товара на маркетплейсах. Все участники, завершившие курс и успешно прошедшие онлайн-тест, получат право участвовать в конкурсном отборе на бесплатные интернет-магазины на таких площадках, как Озон, Wildberries, Яндекс.Маркет и Ярмарка мастеров. Зарегистрироваться на проект Marketplace можно на портале «Мой бизнес». Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Итоги конкурса подведут в сентябре. Ирина Вышегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.